Когда смотришь на уверенных в себе людей, порой кажется, они всегда такие были. Но на самом деле за каждой серьезной уверенностью находится пропасть, где страхи, сомнения, чувство беспомощности, раздирающее внутренности. И весь этот комплект на самом деле находится у каждого уверенного человека в его прошлом. Просто на каком-то этапе, когда ты там пребываешь, у тебя вдруг что-то внутри срабатывает, что хватит, пришло время выбираться. И ты, как тот барон Мюнхгаузен, хватаешь себя за волосы и тянешь из болота вместе с лошадью. И именно в этот момент и происходит переворот. Твой вектор внимания фокусируется на абсолютно другом подходе к жизни, чем у человека на дне. То есть еще секунду назад ты был человек, достигший дна, а секундой позже ты уже человек, который из этого дна выкарабкивается на поверхность.